Доброе утро, земляне. 6 апреля 2024 год. Я нахожусь на ресепшене отеля Лидо. Сейчас у нас будет экскурсия. Это Белый остров Рас Мухаммед. Стоимость экскурсии $20. Хочу сказать спасибо большое агентству King's Tour. Через них мы ездили на другую экскурсию, на первую. Это мега-сафари, которое было. Сейчас через них же едем уже на Белый остров. Время 7:25 утра. Сейчас девчонки подойдут и 7:30 нас уже будут отсюда забирать. Доброе утро. Вы, если хотите, доброе. Как делишки? Очень даже. Как настроение? Отлично. Куда сейчас едем? На Рас Мухаммед. Рас Мухаммед остров, да. За нами уже приехал трансфер. У нас 4 человека с отеля. Идемте посмотрим, какой нам дали трансфер. Микроавтобус, как обычно. Привезли нас в порт в районе старого города. Приехали. Кружились, пока собрали всех. Сейчас направляемся. Куда нас ведут? Какую яхту нас спасает? Королевскую. Королевскую, да. Знаешь, какая другая, можно? Здравствуйте, проходите, пожалуйста. Здравствуйте. Здравствуйте. Хорошая, отлично. Сходил, узнал. Спасательный жилет стоит $3. Странно, что он не будет жилетов. Хотя, может, будет. Проверим, да? Да. 3 человека Монтумари. Здесь? Монтумари. А 6 человека Соломара. Все, объявили посадку на яхту. Говорили 30, но не будет. Будем сейчас направляться. Так, сняли все тапочки и поднимаемся уже наверх, на палубу. Так, вы здесь сели? Да, давайте, отлично. Отлично, отлично. Супер. О, классно. Так, ну давайте поднимемся на самую верхнюю палубу, пока людей нету. Так, здесь. Ну, сюда матрасовы желательно положить. Вот такой вид. Яхта, ну ничего, нормально. Не совсем маленькая. Как обычно, как вот такая вот. Сейчас надо таблетки взять. Короче, таблеток от укачивания нету. Иди сама подойди. Но. Они из аптечки дают. Они говорят, 5 минут посмотрите, если не будет укачивать. То типа нормально. Я говорю, меня укачивает. Дайте мне таблетку. Да? Вот он с аптечки дал. То есть ты не предусмотрен? Нет, не предусмотрен, нет. Не, ну у меня вроде как таких больше не уплывает. Ну что, мы начинаем отплывать.
даю готовиться. Да, да, вот и три. Вот он сейчас будет на глубину уходить, чтобы привязать лодку. Они три? Ну да, там как бы специальное приспособление сделано. Вот это вот три. Начался обед. Находимся до сих пор на этом рейсе. Так, два вида салата, рис, макароны. Вот здесь очень ужасно дует. Наверное, сейчас не пойдем, там лучше покушать. Все, пообедали. Теперь начинаем отплывать. Уже белый. И тысяча опять. У многих здесь морская болезнь началась. Накачало. Наверху кушать невозможно, потому что ветер, все вот внизу. Доплыли до яхты. Ой. Абсолютно делать там нечего. Ветер вообще ужасный. Буквально 10 минут там побыли, толпы людей. Туда-обратно, пока проплывешь, ветер тебя сносит. Нахлебались этой водой, нам сказали маски с собой не брать. Жилеты не дали. Хотя я говорю, а что жилеты-то не дали? Дебилизм, полный дебилизм. Сейчас едем на третью остановку.
ребята ездили на экскурсию от компании Hero Diving Center. Вот. Ты кто, капитан или кто? Я капитан. Самый крутой, да? Я снорклинг гид. Кто ты? Я? Да. Снорклинг гид. А, ты снорклинг. Да. Снорклинг. Да, гид по снорклингу. Да. Меня зовут Ахмед. Ахмед. Очень приятно будет. Очень приятно, Ахмед. Вот он меня, кстати, по-моему, на круге. Где я там орал. А, блин, Димфи! Ну что, все, мы приплыли. Скажите быстренько отзыв о прогулке. Очень интересно. Единственное, ветрено сегодня было. Очень интересно. Ветер сильный был, да? Обед как нормально? Ну, пойдет. Да. Голодными не будет. Голодными нет. Как прогулка? Неплохо. Просто нам не повезло с погодой. Просто да, был ветер. А так, на самом деле, я не первый раз. Это классно. Это надо. Такой красоты воды нет нигде. Тем более $20. Да. На $20 можно. Ну, да. Да. Бюджетненько. Да, да. Все, ладно, сейчас мы все уходим. Одели фланцы. Начинаем спускаться с корабля. Сейчас главное автобус наш найти. Какой автобус? Должны как-то рассаживать. Так, ребята, дошли, в общем, мы до сюда. Все тут распределили по автобусам. Туалет стоит $1 либо 30 фунтов. А вот мы приплыли, ребята, тут туалет хороший. Да, 30 фунтов либо $1. Все, сказали, какой автобус? Да, мы тебя ждали, стояли. Ага, ну все, идем в автобус. Нас привезли самых первых в отель. Очень хорошо. На бар, правда, не успели. Очень плохо. Очень плохо.